Приветствую вас. Вы задаете вопрос такого плана, значит, стоит ли возвращаться или стоит забыть. Ответить на вопросы эти вам нужно самой. И решить это вам тоже можно, нужно само. Дело в том, что психолог не дает советов. И психолог не может говорить, как вам поступать. Но может понять немножечко лучше, может помочь немножечко лучше себя понять. И давайте подумаем. А если вы вернетесь молодому человеку, который, как я понял, не особо собирается меняться для вас, который, как я понял, вас не особо-то и возвращает, который, как я понял, не особо настроен что-либо делать в жизни для того, чтобы, ну, меняться для вас, чтобы, в общем-то, вести себя по-другому и так далее. Да? Так вот, возвращение к молодому человеку, оно просто даст вам то, что было до этого. И это, знаете ли, очень хорошо встраивается в то, что вы боитесь перемен в жизни. Безумно боитесь перемен в жизни. И в этом контексте для вас возвращение к молодому человеку, конечно, более предпочтительнее. Но давайте подумаем. А что вы получите от возвращения к нему? Ну, он, наверное, еще меньше будет вас уважать. Ведь он вас не добивается, он не просит вас вернуться. Наверное, он еще больше будет считать, что вы его, и что вы не имеете права лезть в его дела. Наверное, он еще более активно будет проводить свою модель поведения, такую вот, какая у него была. И вопрос заключается в том, устраивает ли это вас. Вопрос заключается в том, как вы для себя разрешаете противоречие, состоящее из, с одной стороны, того, что вы ушли, а с другой стороны, того, что вы говорите, стоит ли возвращаться. Вот нужно сопоставить то, почему вы ушли, и то, почему вы хотите вернуться. И в первую очередь для себя понять, что вы делаете это не ради него. Подобная дилемма возникла не из-за молодого человека, не из-за любви к нему. Подобная дилемма возникла у вас потому, что вы боитесь перемен. И вот первое, нужно разрешить это противоречие. Именно вам. То есть, с одной стороны, вот я ушла, потому что меня что-то не устраивало, меня не устраивало такое отношение. С другой стороны, я хочу вернуться. Я ушла ради чего? Почему? Я хочу вернуться ради чего? Почему? Вот сопоставьте эти два мотивационных поля и подумайте, какое из них для вас наиболее важно. Исходя из этого, сделайте выбор. Далее. Вы говорите, стоит забыть. Но опять же, забыть у вас не получится. Потому что это невозможно. Вы сможете только
пережить расставание, вы сможете отпустить человека, а вместе с ним и отпустить форму реализации своих потребностей. Потакание страху перемен и жить дальше. Это вы сделать сможете. Забыть его? Нет. То есть, что вам ближе? Понимаете, вот забыть его, я понимаю, в каком контексте вы об этом говорите, забыть его ближе к той позиции, ради которой вы ушли, а вернуться ближе к позиции страха, перемен. Ну и вот исходя из того, что для вас ближе, и исходя из этого и будет сделан выбор вам. Что касается страха перемен, вот вы, знаете, написали одно предложение. Вот до этого я читал, вот вы говорите, вот оно мне не нравилось, что мы против моей учебы. Значит, я ему предлагал множество вариантов работы, он не хотел. В течение времени он стал говорить, не лезь в мои дела, я стал отдаляться. То есть, в общем-то, я видел естественное, нормальное течение, как бы, распада отношений. Такое бывает. Но когда вы сказали, что я безумно боюсь перемен в жизни, у меня все стало сразу ясно. Сам ваш вопрос, он продиктован именно этим. Вы боитесь перемен, уйти от него означает внести эти перемены в свою жизнь, и это именно то, чего вы боитесь. И вот вы хотите, чтобы психологи вам подсказали, как вести себя правильно, как сделать правильный выбор. Какой он, этот правильный выбор? А правильного выбора нет. Есть то, чего вы хотите, есть то, что вам ближе. Вот понимаете, если вы хотите, можно работать со страхом перемен. Если вы хотите этого. Если вы хотите быть свободны в жизни, в отношениях, потому что в отношениях с молодым человеком вы не были свободны из-за того, что вы боитесь. Можно работать над тем, чтобы быть свободным. Можно просто пойти по легкому пути. И все. И там есть плюсы. Например, если вы пойдете по легкому пути, вы будете с молодым человеком. Все будет как раньше, вот эти вот полтора года. У вас будет привычная жизнь. У вас будут привычные ссоры, может быть, привычные скандалы. Но все будет привычно. И в некотором смысле вы получите определенность и стабильность. Да, вы будете несчастливы, но вы будете находиться в стабильности и в определенности. Есть и другая сторона, что вы станете свободны и будете делать то, что хотите вы, и то, что принесет счастье для вас. Но для этого придется вступить в зону неопределенности. Для этого придется вступить в состояние неопределенности, чтобы сделать выбор. А вы этот выбор делать боитесь. И понимаете, когда вы делаете выбор, вы становитесь личностью в социальном смысле слова. И становясь личностью, вы всегда обрисовываете свою позицию какую-то. И делая этот выбор, ну, вы всегда получаете сторонников и противников этого выбора. Готовы к этому? Готовы ли вы отстаивать свой выбор, свою индивидуальность? Или хотите быть просто социальным индивидом, который выполняет свою роль и не более того? Вот это все решать нужно вам. Нету хорошего выбора.
нету правильного решения стать личностью или правильного решения быть социальным индивидом. Нет. У каждого свое. Каждый решает сам. Что вы подумаете, что вам ближе. На вас, к сожалению, этого никто не решит. Вы говорите, у меня есть множество других вопросов. Давайте попробуем на них ответить, на эти вопросы. Может быть, тогда вы не будете бессумно бояться перемен в жизни, потому что страх – это всегда одна из причин. Страх – это всегда недостаток знаний. Есть, правда, еще направление рационализации в работе со страхом. Есть, правда, еще и тревожность, которая является легкой формой данного страха, данного вида страха. Но это уже детали. Вы не написали, что вы хотите избавиться от страха перемен. И поэтому про это я говорить не буду. Здесь и сейчас. А вопрос выбора — это вопрос стать личностью или быть социальным индивидом. И за вас это при всем желании я этот выбор совершить не могу. И если честно, не хочу. Потому что это нарушило бы ваши личные границы. И вот с чего нужно начинать в любом случае — это с установки ваших личных границ. То есть такой области, куда никто не имеет права вмешиваться, где никто не имеет права голоса, где решаете только вы. Вот пусть для вас мой ответ станет таким началом вот этого вот понимания. Понимание того, что нет правильного выбора. Понимание того, что нет правильного поведения. Я имею в виду сейчас мужчину вашего. Есть просто интересы, есть поведение, есть деятельность, есть выбор. И все. И каждый делает это так, как он умеет. Хотел бы добавить несколько замечаний по поводу текста. Ну, во-первых, вы говорите, что расстались мы около 1-1,5 месяца назад. Ну, по сути, 1,5 месяца и месяц — это разница 6 месяцев. Что вот странно немного получается, что вы не знаете точно, когда вы расстались. Это было трудно для вас, трудное расставание, да, не сразу произошло оно. А что было на протяжении этих полугода? На протяжении этого полугода, хотел сказать, этих 6 месяцев, что было? Далее, вы говорите, что он не работал, играл в игры. В общем-то, хотел, чтобы он был для вас на первом месте. Вот интересно получается. Мы с ним 1,5 года встречались, и ведь он изначально был таким. Скажите, в какой момент он перестал вас устраивать? Вот в какой момент вы почувствовали, что он позволяет себе слишком много? Почувствовали такое? Вначале все было хорошо, наверное. И, как я понял, он не работал, и изначально вел себя вот именно так. Это у вас изменилось отношение к нему, правильно? В тот момент, когда изменилось отношение к нему, ушла любовь. И если любовь ушла, она уже не придет.
И если вы решите вернуться к нему, то вам следует учитывать, что жить вы с ним будете без любви. И он вас не любит, потому что, ну, это не поведение любящего мужчины. И вы его не любите. И что это будет за отношения? Ну, наверное, отношения ради удобства. Но тогда, чтобы вам получать счастье от нахождения с ним в отношениях, вам нужно быть ему полезным, чтобы он был только с вами. Это немножечко другая форма отношений. И вопрос в том, готовы ли вы к этой форме. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!